Большинство праздничных мероприятий проходят онлайн. Любимые фронтовые мелодии исполняют и профессиональные артисты, и певцы-любители, и в одиночку, и целыми оркестрами. В единый блок собирают концерты. Мы прошлись по просторам интернет-сети и сделали подборку самого интересного. Слушай, маме, скажи, что мне страшно не будет. Я ни разу не струсил и друзей не предам. Один из ярких – клип на песню «Это просто война» в исполнении Алины Пара и Вероники Мостовой. Музыку написал Григорий Крапивский, слова – популярная певица Зары. В честь солдат, навсегда оставшихся молодыми, храбрых воинов, которые остались лежать в нашей земле в братских могилах. Девятое мая – это эпохальная дата отсчета новой мирной жизни для огромной страны. Монументами славы отмечены стратегические высоты освободительной Яско-Кишиневской операции. Отсюда, как на ладони, вся красота края, за которой отважно боролись советские воины в августе 44-го. Современное поколение подвиг предков помнит и чтит, говорят бендерские исполнительницы. Идею реализовали при помощи педагога бендерской детской школы искусств Людмилы Столярчук.